И всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Шмель. Да, это последнее видео, потому что я закрываю канал. С чем это связано, сейчас я хочу рассказать. Вы, конечно, извините, я сейчас говорю носом, потому что я приболел. В принципе-то это уже не сильно-то важно. Связано это с тем, то, что я заметил, за последнее время мы очень как-то слабо набираем лайки, и получается, что я видео не для вас делаю, а чисто вот для себя. Вот серьезно, ребята, меня это абсолютно не устроило, из-за этого я решил удалить свой канал. Ну, не удалить, просто оставить его раз и навсегда. Пускай он будет в качестве, не знаю, воспоминаний, что ли, каких-то. Я знаю, то, что всем грустно, то, что канал закрылся, все остальное. Кстати, в том конкурсе победила Аня, это был последний конкурс, и это последнее видео. Ну, в принципе, все понятно по названию видео, что это. Так что как-то так. В общем-то, связано это с тем, то, что меня перестали ценить подписчики. Из-за этого я решаю закрыть канал. Также я удаляю абсолютно все то, что связано с моим каналом. Это от ВК до Скайпа и до всего остального, вот так, в общем, в скобочках это все возьмем. В общем, все то, что было связано со Шмелем, я это все удалю напрочь, вот так. Да, и больше вы на этом канале меня не увидите, но есть такая небольшая плюха, у меня потом, может быть, когда-нибудь, хотя не, ладно, я не буду спойлерить, не буду говорить. В общем, это закрытие канала. Не знаю, нравится это вам или нет, но, скорее всего, нет. И сейчас просто, наверное, большой срач будет в комментах и куча дизлайсов я словлю, но, тем не менее, мне уже как-то все равно. Да, мне все равно. Вы сами виноваты, то, что канал закрылся и все остальное. Да. Раньше, вот когда вот начинал, ну, сейчас история, я уже хотел, если честно, закончить, ну, ладно. Раньше, когда были мои видео, намного было лучше, если честно, потому что реально вот были живые какие-то, не знаю, люди, что ли, которые действительно смотрели видео. А сейчас, блин, это, ну, реально это уже, я не знаю, это не канал, это просто вот. Я чисто, получается, сейчас видео как-то, не знаю, для себя. Видео стали намного лучше. Лучше монтаж, лучше, не знаю, интро, заставки. Все то, что надо для настоящего ютубера. Но это никто не ценит, и вот поэтому я закрываю канал. Смысла я уже вообще просто вот не вижу снимать-то на этом канале. Да. Конечно, я, может быть, втайне создам еще один канал, но об этом вы не узнаете. Да. Ну, может быть, кто-нибудь инфу какую-нибудь даст, но... Ну, это вряд ли. Как-то так. Ладно, можете хоть сейчас 150 мне дизлойсов за это поставить, хоть вообще все комменты мои засрать, то, что зачем ты так сделал. Но еще раз говорю, это последнее видео, все, я перестаю снимать, я больше тут не снимаю, можете отписаться, я не знаю, можете меня абсолютно дизлойснуть, хоть сколько раз дизлайк мне поставить. И... Ну, короче, всем удачи. Респектую вам, ребята, в последний раз. И всем пока. Всем пока.